новый каскадовский подъемник с названием «Восток», который едет на запад, на Мустак, но как бы не Мустак. Вот такие аномалии в Шерегеше. Подъемник называется пресс-релиза самым скоростным. Нам проверить это не удалось. Каждый подъем он останавливается, притормаживает. Хотя ветра сильного нету. Внизу вообще штиль. Сиденье с подогревом. Хорошо это или нет, сложно сейчас сказать. Нужно смотреть в морозы, когда у тебя попа нагревается сначала, а потом резко остывает. Приводит ли это к простатитным явлениям или нет, нужно к докторам обращаться. Но по мне так кажется, это не очень комфортно все-таки будет. Вот такой вид нетипичный для Шерегеша открывается. Редколесье, камни, там курум, снегом не присыпан, валуны. И слева мы видим подъемник Мустак, еще левее Доллар. Рядом со мной мы видим Свету. Я на посадку, на высадку готовлюсь. Все открывается автоматически, можно сильно